Так, 2 марта, 14 год, Харьков. Это у нас митинг, не митинг, охрана, просто люди, поддерживающие пророссийские устремления, я так понимаю, Украины. Охрана памятника Ленину от сноса. Уже палатки, медпункт, ну все как положено. В общем, полноценный Майдан, ну вернее уже в данном случае анти-Майдан. Мизансцена такая. Уже около недели российские войска в Крыму. Я не знаю, до этого были без опознавательных знаков, сейчас, по-моему, уже даже с опознавательными знаками. Совет Федерации принял там какой-то, от Путина подписал заявление то ли, о целесообразности введения войск в Украину. Ну, факт остается фактом там. Российские, ну как, по крайней мере, наши министры говорят, связанные там силовики. Около 6 тысяч переброшено российских военных и ну, сверх оговоренного как бы лимита по договорам. Вертолеты. Ну, в общем, я, честно говоря, дипломатическим языком никому не обязан изъясняться. Поэтому назову это так, как сам понимаю. Оккупация. Неприкрытая оккупация. Аншлюс. Разговоры о том, что мы один народ, закончились аншлюсом. Как, в общем-то, история и учила. История учит, что она никому ничего не учит. Есть такая фразочка, афоризм, не афоризм. Ладно, сегодня тут же рядышком сейчас, вот здесь на середине площади есть, это у нас типа столовая, ну не у нас, а у них. Вот там у нас, если видно, через деревья какое-то подобие гайд-парка, то есть люди высказывают свое мнение. Причем трибуна у каждого своя, и они немножко даже ругаются по этому поводу, но вполне ругаются без рукоприкладства, будем говорить. Сейчас поеду на Евромайдан. Просили сегодня никого не выходить, даже сами евромайдановцы через сайты свои, через соцсети, дабы не провоцировать. Вчера было очень много народу. Я постоянно повторяю одну и ту же информацию, потому что не знаю, какие из фрагментов этого видео войдут в клип, в этот самый, в общий видеоряд, так что, в общем, повторение мать и чай. Сейчас пойдем туда.